это огород моей мамы. И тут грядки, парничок, под огурчики. Такой складной. Здесь чеснок, лук, капуста растет, клубника растет, земляника. Грядка большая. Вот тут есть вот эта яблоня растет. Вот. В этом доме я вырос. Всю свою жизнь прожил тут до армии. Армии пришел, больше тут и не жевал, только так в гости приезжал. Вот такой огород. Сейчас мы идем во двор. Вот такой двор. Ну, здесь тоже всякие цветы растут. Малина. Ну, а это дровяник с дровами. Соседский дом напротив. Вот телефон зазвонил. Есть такой прудик здесь. Еще когда маленькие были, купались в нем. Сейчас уже никто не купается. Там водится рыба. Дрова на зиму. Тут гараж, тут мотоциклы раньше стояли у меня. Сейчас вот идем в дом. Кто-то заходишь, вот печка тут. А так как бы кухня. Здесь обедаем этим столом. Дальше спальня бабушки, моей мамы. Тут вот такая кухня у нее. Тут вот такая печка. Тут русская печь. В ней пироги можно печь. Такая большая печь. Это большая комната. Цветок какой здоровенный, я говорю, как дерево. А вот еще одна спальня. Там Наташа спала, даже не заправила за собой кровать. В кресле котяра спит. Днем наестся, наспится.
На ночь гулять уходит на улицу. Здесь ежовка. Вот так здесь я раньше жил. Сейчас только в гости приезжаю.